Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с депутатом Государственной Думы России Дмитрием Пирогом. Чемпион мира по боксу среди профессионалов приехал в Чебоксары не случайно. В республике проходит первенство Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по боксу. Бокс в республике – популярный вид спорта. Здесь начинали свои первые шаги заслуженные мастера спорта Валериан Соколов, Валерий Львов, Валерий Лаптев, мастер международного класса Владимир Мельник и другие. В разные времена представители чувашской школы составляли славу российского спорта, отметил Михаил Игнатьев. Дмитрий Пирог успел не только посетить соревнования, провести мастер-класс по боксу, но и встретился с чувашскими спортсменами и студентами. Я в комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С молодежью общаюсь и везде смотрю, сравниваю. Это уже непроизвольно, на профессиональном уровне происходит. Хотел бы отметить, что очень талантливая молодежь у нас в стране. Но если непосредственно о вашей республике, о вашем регионе, ну даже о спорте. Говорит спорт, который мне близок, знаком. Как много талантливых, одаренных ребят. В ходе встречи обсудили развитие бокса в Чувашии, в том числе качественной подготовки квалифицированного тренерского состава.